Две белочки, я чистил кормушки сейчас. Прибежали две белочки голодные. Давай, говорит, сюда. А я даже не знаю, что это за белки такие. Давай сюда. Тут, кстати, есть орехи-то в этой, в кормушке. Тут они все съели, а тут есть. Злодеи какие, а? Да, говорит, мы, говорит, злодеи. Еще третья пришла. Ах. Не надо залазить. А это берчонок, который без хвоста пришел. Я, говорит, тоже хочу. А этот сюда лезет. Давай сюда, говорит. Ну-ка слезь, слышь, слезь. Ну, придется так есть, а что делать? Вон, без хвоста, который берчонок. Тоже голодный. Прогнал сейчас вот этот справа прогнал. Ну-ка иди сюда. Погода очень плохая, холодная, и дождь идет. Хитрый какой, а? Вон берчонок без хвоста, который. Ну, в смысле это. Который у него хвост откусили, кусочек. А это обиделась белка. Вторая, ну-ка слезь. Побольше возьму орехов. Что-то я путаюсь в пакете. Голодная, да. А что-то они быстро разобрались, что если сесть на ладонь, то все твое. Молодцы какие. А я не знаю эту белку. Ты что за белка такая? Верчонок бегает вот этот. И этот вон тоже бегает. Я удивлен, кстати. Вот этот бельчонок не боится. С ладошки есть. А второй тоже. А что они... Да ладно. Они понимают, что голодно, и надо, когда голодно, надо... А, нет, не надо, говорит. Не надо, говорит, лезть, когда голодно. Ну-ка, слезь. Ты же самый такой смелый. Сейчас, подожди ты. Я что-то путаюсь. Ну-ка, давай сюда. Сядет он сюда, интересно или нет? Оголодали они. Хотя я не понимаю, здесь же, я говорю, в кормушке лежат орехи, пожалуйста. Крышка же не промерзла, нет, не промерзла она. Я боялся, крышка промерзнет. Здесь же то дождь, то... Вот. Молодец какой. Еще одна белочка пришла, а я, говорит, еще одна пришла, да. Страшно. Синица села на плечо, и синица на плечо села, и белки тут. Да. Но тут или ты боишься, или ты орешки ешь. Одно из двух. Вот он сидит сейчас на кормушке, ест орехи. Снаружи ест орехи. А это кто такой пришел? Шарить по карманам.
очень похожая на ушастого. Но это же не ушастый. А нет, говорит, я ушастый. А я, говорит, ушастый, да. Это ушастый с левой стороны сидит. По морде дал. Солнце, дай-ка я возьму побольше орешков. Ушастый, дай поесть мелочи этой. Тут еще одна. Да дай, ушастый. Уж кого тебя-то я покормлю, наверное. Молодец, ушастый. Ушастый, молодец. Дай, еще одна. И бельчонок тут этот, и ушастый. И еще одна. Пять белок сейчас здесь бегает. Не, чтобы понятно было. Расклад. И бельчонок еще там. Это еще одна белка. Да ладно, четыре штуки, вот они сидят. Молодцы какие. Очень-очень голодные все. Интересно, если кормушку наполню, как это расклад сил поменяет? По-моему, никак не поменяет это. Тут самые умные прямо. Такого еще не было. Такого еще не было. Какой он, а? Молодец вот этот. Ушастик, дай-ка я возьму орешки. Но это в карман залез, злодей какой. А там шишки, по-моему, сверху лежат шишки. И да, я тебе расстегну карман, слышишь? Вот так вот. Шишечку, говорит, я сейчас стырю незаметно. Вот так вот. Не, вот такого не было, чтобы вот сзади прям в хвост сидел. Это что-то необычное. А это подъел все уже. Да, я тебя высыплю сюда. Подожди-ка, ушастый. А это сидит, говорит, мне. Ушастый молодец. Не, ушастый молодец с тем, что он так по морде слегка дал и все. Чтобы не забывалась белочка. А так не гоняет он их. Ушастик мудрая белка. Молодец, он понимает все. Сейчас не просто белочкам живется. Надо как-то входить в положение. Да? Злодей. Вот белки голодные. Тут еще холодно и дождь идет. И сыро везде здесь. Подтаяло все. Очень-очень мерзкая погода такая. Ух. Не люблю я такую погоду почему-то. Ушастый накрылся, молодец. Он хвостом накрылся, ему все равно, мне говорит, все равно. Идет дождь, не идет.
Ушастик единственная белка такая, у которой сейчас и сзади сидел злодей, и спереди он ест злодей тоже. А он сидит, мне говорит, все равно. Пожалуйста, кушайте. Но меня это слегка удивляет, ситуация. Я говорю, в кормушке полно-полно орехов. Почему они из кормушки? Вон, кстати, бельчонок бегает сзади. С откушенным хвостом, который... Вот он прибежал сюда. Сейчас... Тоже голодный, кстати. Кончились орехи. Сейчас ты, да, достану. Бельчонок. А бельчонок, кстати, с рук не ест. Нет? Не ем ягод. А вот, смотри, здесь, здесь же орешки. Ушастый молодец. Все, поели все. Стали разбегаться. Все, белки разбежались все. Ушастик. Давай я тебя нормально покормлю. Ушастый, давай сюда. Давай сюда, ушастый. Вот. Молодец какой. Голуби, кстати, там орешки едят уже. Сидит и ест. Меня больше ушастый интересует. Владичек какой, а? А я, говорит, на стрёме. Синица намекает, что неплохо бы перекусить. Слегка боятся ушастого. Ну, пришел, конечно. Ну-ка, давай! Давай, давай! Ну, тогда вот так вот. Шастый, я тебя не узнал мокрого. Богатый будешь. Какой красавец, а? Разве не красавец? Это же просто красавчик. Ладно, я заканчиваю, а то что-то видео очень длинное получается. Злодей какой, а? Ну все.